Республика Татарстан на спортивной карте Российской Федерации вот уже третий десяток лет занимает свое высокое и без преувеличения привилегированное место. Правофланговый регион, равняться на который не раз призывало руководство огромной страны, несмотря на непростую экономическую обстановку, держит марку и в связи с этим заслуживает особого уважения. Поддержка и развитие автомобильного спорта в Татарстане традиционно приоритетны. Пилоты-татарстанцы вписали немало победных страниц в книгу истории российского и международного автоспорта. И продолжают это делать в современном периоде развития. Автоспорт сегодня – неотъемлемая часть спортивного образа республики. А за состоянием этого облика следят глубоко идейные, вооруженные бесконечным энтузиазмом люди. Люди-профессионалы своего дела, люди, которые бережно хранят ценности прошлого, творят насущное настоящее и четко видят перспективы будущего. На финише очередной календарный соревновательный год. Год 2017. И это значит, что наступает время подведения итогов. Время собраться вместе пилотам, механикам, инженерам, судьям, организаторам, руководителям. И это тоже традиция. Традиция автоспортивного сообщества Республики Татарстан. Автоспорт живет, и это самое главное. Без поддержки федерации, без поддержки наших предприятий, без поддержки республики, конечно, этот вид спорта, он так развиваться не будет. Поэтому у нас прекрасная инфраструктура, автодром, шоссейная кольцевая трасса, значит, вот КамАЗ-мастер, наши спортивные команды, которые тоже имеют хорошую базу. И это вот залог нашего успеха. Я всех вас поздравляю с завершением спортивного года. Желаю, чтобы и следующий год для наших спортсменов был успешным. У нас и заслуженных мастеров спорта, и мастеров спорта международного класса. Это говорит о том, что у нас есть школа, не только школа спортсменов, гонщиков, школа механиков, прекрасная у нас команда механиков, организации спортивных мероприятий, люди, которые умеют это делать, судьи, другие наши коллеги, которые обеспечивают и безопасность, и все остальное. Поэтому всем им спасибо, я думаю, они все здесь. Каждый на своем участке привносит свою долю в это большое дело. Яуна, келешек яумайлар бля, умышлар, бараздады исяник саулар, келешек тада шулай, курышырга насип болсын. Спасибо всем. Зима для автоспортивного Татарстана совсем не нудный период ожидания сухопутного сезона. Опять же, по давней традиции гонки по ледяному треку – яркая особенность республики. Зимы бывают, конечно, разные, и лед не всегда удается подготовить на пятерку. Но уж раз назначена гонка, она состоится, независимо от того, в какой зачет идут ее результаты – в республиканский или федеральный. Теперь уже мало осталось узкопрофильных пилотов, пилотов, которые специализировались бы исключительно на зимнем треке. Снежную часть сезона автоспортсмены рассматривают еще и как отличную возможность поддержать форму. Ну а страсти на ледовых дорожках завсегда с избытком, так что зрелище для зрителей пилоты устраивают гарантированно. В чемпионате Республики Татарстан по зимним трековым автомобильным гонкам 2017 года в зачетной группе А1600 наиболее стабильными пилотами стали Дмитрий Брагин, Айдар Нуриев и Василий Кораблев. В общекомандном рейтинге зимнего трекового чемпионата Татарстана на первой позиции – нижнекамцы из «Автокросс Виатти». Вторые – ребята из «ТАИФ Моторспорт». Третьи – представители команды ICL Racing Team. Воевать на нескольких фронтах для наших пилотов – нормальная практика. Главное, чтобы самой практики было побольше. В
чемпионате России по зимним трековым автомобильным гонкам в зачетной группе N1600 троим татарстанцам удалось финишировать в пятерке сильнейших. Второе, четвертое и пятое места российского трекового сезона, соответственно, у Айдара Нуриева, Рафаэля Фатахова и Тимура Тимирзяна. Ну а в зачетной группе национальной Кубка России по зимним трековым автомобильным гонкам первых три подиумных места за татарстанцев. Олег Жаворонков, Нижнекамск, Раис Миниханов, Богатые Сабы, Василий Кораблев, Казань. Все уже привыкли, что на зимних этапах чемпионата мира по классическому ралли Татарстан представляет пилот команды Таиф Ралли Тим Радик Шаймиев. Однако в 2017 году по ряду объективных причин Шаймиев заморозил раллийную программу. Однако сегодня есть информация, что зимой 2018-го экипаж татарстанской команды снова выступит на снежных гонках Европы и этапе WRC в Швеции. Пожелаем нашему единственному раллисту хорошего зацепа и удачи. А пока чествуем лучших трековиков Республики Татарстан 2017 года. Ралли-кросс – это автоспортивная дисциплина, можно сказать, наиболее популярна в России. На сегодняшний день этапы чемпионата России проводятся в нескольких зачетных группах, включая юниорский. И это значительно расширяет возможности участников. Напрямую влияет на массовость ралли-кроссовых соревнований. Там, где массовость, там и повышенный уровень конкуренции. Там и напряженная борьба за высокие рейтинговые позиции. Ралли-кроссовый сезон 2017 года для пилотов-татарстанцев не сложился триумфально, но и провальным выступление наших автоспортсменов не назовешь. Практически во всех зачетах татарстанцы значились в числе лидеров и достойно боролись с соперниками. Так, в дивизионе D2N Кубка Российской Автомобильной Федерации нижнекамец Олег Жаворонков совсем немного не дотянул до подиума. Четвертое место. В первенстве России по ралли-кроссу в дивизионе D2 Юниор Республика вправе была рассчитывать на золото, то есть победу пилота Рустама Фатхудинова. Молодая надежда республиканского автоспорта все делал для того, чтобы победить. Но технический форс-мажор на предпоследнем этапе первенства в финальном заезде Кубка президента Республики Татарстан выбил Рустама из обоймы призера. Четвертое место российского первенства – не тот результат, на который рассчитывал пилот, но отличная возможность закалить характер. В самом мощном зачете российского ралли-кросса татарстанцев нет в призовой тройке. Однако и участие на постоянной основе, да и на соответствующей технике пока значится разве что в перспективе. Четвертое, пятое и шестое места Евгения Ушмаева, Айдара Нуриева и Раиса Миниханова – лучшие татарстанские показатели в дивизионе «Суперавто» Кубка России по ралли-кроссу. Артур Егоров и Раис Миниханов – серебряный и бронзовый призеры чемпионата России по ралли-кроссу 2017 года в дивизионе «Супер-1600». Причем оба пилота набрали одинаковое количество зачетных очков – по 99. Эти результаты по праву можно считать значимыми как для федерации, так и для самих спортсменов. Ну и, наверное, нельзя не отметить сегодня личное достижение одного из автоспортсменов республики, в копилке которого много побед, больших, разных, но не было одной, очень важной. Ирик Минахметов в 2017 году все-таки стал победителем легендарных соревнований Кубок президента Республики Татарстан. Возможно, эта победа даст пилоту новый импульс на ралли-кроссовые подвиги. В любом случае, всех ралли-кроссменов Татарстана с окончанием календарного года и спасибо за труд. В чемпионате мира по ралли-кроссу Россию и Республику представлял самый титулованный пилот современного Татарстана Тимур Тимирзян. Неоднократный евро-чемпион в этом виде автоспорта провел трудный сезон. Новая команда, новая машина, куча сопутствующих неудобств субъективного и объективного характера
заставили серьезно помучиться мастера-международника из Казани. 12 этапов чемпионата мира, и почти в половине из них Тимуру приходилось выбывать из борьбы на самых ранних стадиях. Тренировки были хорошие времена, и в заездах были достаточно неплохие времена, но не было стабильности. Я думаю, что в дальнейшем мы это сможем все-таки исправить и подойдем к следующему чемпионату более уверенно, более с хорошей машиной, и пилот будет готов ко всем нагрузкам, пилот будет готов к хорошим результатам и будет сконцентрирован именно на результате, на победе. В сезоне 2016 года Тимур Шагабутдинов практически доехал до бронзового места итогового еврорейтинга, немало удивив тем самым коллег-конкурентов. В 2017-м в исполнении Тимура и его боевого Рено Твинго было несколько перспективных гонок. А в середине сезона россиянин из Казани вполне мог рассчитывать на призовой подиумный результат. Но этапы во Франции, Латвии и Германии прошли с явным недобором очков. И все же уверенная седьмая позиция рейтинга, в котором порядка пяти десятков иностранных фамилий, не позволяет говорить о серьезной неудаче сезона. Тем более, что в ТАИФ Моторспорт всегда умеют делать выводы и принимать решения, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Уже с момента утверждения проекта строительство трассы для шоссейно-кольцевых гонок было понятно, что и эта дисциплина автоспорта придет в Татарстан, в Казань и станет основательной единицей в ряду развиваемых в республике. Опыт езды в кольце пытались получить в конце 90-х годов прошлого века тогдашние лидеры автоспортивного татарстанского движения. Тогда не зацепило, как говорится. Важнейшим моментом для привлечения в кольцевые гонки стал ввод в эксплуатацию «Казань-Ринг». Теперь, когда под боком современный комплекс, на шоссейно-кольцевые многие пилоты посмотрели уже с интересом. Практическим интересом. Дополнительным стимулом стало серьезное развитие российской серии кольцевых гонок, которая в 2017 году побила рекорды в численности спортсменов, в том числе и в отдельно взятой гонке. Пилоты татарстанца участвовали в чемпионате России и Кубке России в трех зачетных группах – национальный, туринг и туринг-лайт. Айдар Нуриев стал победителем и обладателем Кубка страны по кольцевым гонкам в группе национальный. Он же первенствовал и в открытом чемпионате Республики Татарстан в зачетной группе национальный. Компанию Нуриеву на итоговом призовом подиуме составили Анвар Тутаев и Василий Кораблев. Туринг Лайт. В этой зачетной группе по итогам чемпионата России два представителя татарстанской автоспортивной школы в пятерке лучших. Начинающий и перспективный Тимур Богуславский – пятое место. Многоопытный Ильдар Рахматуллин – бронза чемпионата страны. В самом мощном зачете российской кольцевой серии чингисхановец Ирик Минахметов накатал на шестое итоговое место. Команда «ТАИФ Моторспорт» была представлена тремя пилотами, но только одному из них удалось ярко блеснуть в чемпионате. Дмитрий Брагин, первая скрипка «ТАИФ Моторспорта», подтвердил статус фаворита российского сезона, одержал победу. Эта победа в том числе помогла «ТАИФ Моторспорт» занять третье место в командном зачете чемпионата России по кольцевым гонкам. Опираясь на результаты минувшего сезона, осмелимся предположить, что татарстанцы еще ярче проявят себя на кольцевых этапах российской гоночной серии в году 2018. Картинг – это основополагающая дисциплина автоспорта, предмет особой гордости Татарстана. Самостоятельный чемпионат проводить ежегодно для своих республиканских спортсменов и не закрывать при этом двери для гостей из других регионов – непростая задача, но для наших – посильная. Многоэтапный сезон для пилотов 15 зачетов в 2017 году снова подтвердил статус популярного автоспортивного направления на территории Татарстана.
По традиции, лучших пилотов-картингистов, участников летнего республиканского сезона торжественно награждают в Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения. И это всегда массовое, красивое мероприятие. Короли всемирного бездорожья в 2017 году снова вернули себе титул безусловных победителей. Перед стартом сезона были, обоснованные техническими новшествами, опасения за успешное выступление команды КАМАЗ-Мастер. Но челнинские волшебники развеяли все сомнения, и на дорогах Африки, и на маршрутах Латинской Америки все ралли-рейды 2017 года завершались победами экипажей легендарной команды КАМАЗ-Мастер. Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Евгений Яковлев, Андрей Макеев, Дмитрий Свистунов, Руслан Ахмадеев, Владимир Рыбаков, Дмитрий Никитин, Ахмед Галяудинов, Ильнур Мустафин. В их лице поздравляем всю компанию титанов степей, пустынь и гор. Спортсменов с татарстанской пропиской. В 2017-м на покорение Дакара отправился еще один татарстанец, представитель нефтяного края республики, альметьевец Равиль Маганов. Впервые транспортные средства класса Т3 были выделены организаторами в отдельный зачет. И это обстоятельство наверняка окончательно убедило экипаж Маганов-Шубин участвовать в ралли-рейде. Дебют состоялся, и бронзовый результат только подчеркивает мастерство пилота и штурмана. Успехи, конечно же, окрыляют и вдохновляют пилотов на новые подвиги. В заявке на участие «Дакар» 2018 года снова значится экипаж Равиль Маганов Кирилл Шубин. Теперь за победой? Посмотрим, поболеем и удачи, ребята! Покорять бездорожье на специальной технике – это душевное призвание, хобби, стиль жизни, если угодно. Пилот – это врожденное, неистребимое. В республике немало спортсменов, которые готовы ехать всегда и на всем, что может передвигаться с помощью мотора. Преодолевать естественные препятствия на квадротехнике татарстанцы-автоспортсмены начали давно. Когда-то новшество казалось забавой, но со временем армия поклонников этого варианта автоспорта стала многотысячной, распространилась по всей стране. Примечательный факт – гонки на квадроциклах вошли в программу легендарного народного праздника «Сабантуй». Родоначальниками этого процесса можно считать организаторов «Сабантуя» в поселке Мингер Сабинского района Татарстана. Теперь без этого фирменного шоу не проходит ни один праздник плуга в Мингере и не только. Совершенно неудивительно, что в России с успехом проходит открытая внедорожная квадросерия «Canam X-Race», в которой принимают участие и татарстанцы. Причем в своих классах наши лучшие. По итогам сезона в зачете SSV «Спорт» призовой подиум таков. Первое место – Алина Минахметова, Казань. Радик Галифьянов, Набережные Челны, второе место. Третье место – Тимур Шагабуддинов, Казань. В зачете SSV «Суперспорт» также три первых строчки рейтинга за татарстанцами. Первый – Ирик Минахметов, второй – Рафаэль Фатахов, третий – Айдар Мадьяров. Все – Казань. Дрифт. На сегодняшний день мастеров дрифта в России тоже уже достаточно много. И они тоже организованы в турнирные серии. На этапах Кубка Российского Дрифт Альянса в 2017 году собиралось до 5 десятков пилотов и машин, в основном из регионов европейской части страны. Татарстан в этом турнире представлял единственный пилот, казанец Тарас Шатов. Грамотное пилотирование транспортным средством – это семейное дело Шатова. Экстремальное пилотирование теперь олицетворяет Тарас.
Победа в дрифтовой серии – несомненно большой успех спортсменов-татарстанцев, которые вносят свой вклад в формирование позитивного автоспортивного имиджа республики на федеральном уровне. Картингомания в последние годы еще и зиму осваивает. Гонки на картах по плотному снежному или ледяному покрытию – захватывающее зрелище. Опытные пилоты сравнивают зимний картинг с ездой летом под проливным дождем. Для проведения открытого чемпионата Республики Татарстан по картингу был выбран класс картинговой техники Rotax Max. В 2017 году личное первенство выиграл Анвар Тутаев. Второе место у Рустема Хусаинова, третье в Актире Павла Прокофьева. В командном зачете первое – Nefis Racing Division. Второе – ICL Racing Team. Третье – Suvar Motorsport. Казань-Ринг. Комплекс с каждым годом становится все популярнее у поклонников автоспорта. И не только в отношении к гонкам категории топ. В 2017 году решено отметить энтузиастов-классиков, которые привлекли к себе внимание тысяч единомышленников по всей стране за относительно короткий период времени. К-1600 – набирающая обороты гоночная серия советской классики. Сегодня отмечаем тройку призеров Кубка Татарстана – Каньон Кап 2017. Первое место – Андрей Сергеев, Казань. Второе место – Алмаз Хамидуллин, Нижнекамск. Третье место – Айрат Рахим, Казань. Распоряжением президента Республики Татарстан. Благодарность президента Республики Татарстан за вклад в развитие технических видов спорта в республике, многолетнюю добросовестную работу вручается Ручкану Евгению Валентиновичу, генеральному директору «Баннер-студия». Показывает, как мы ездим, хотя когда едем, так красиво не получается, но то, что он показывает, на самом деле очень впечатляет. И я думаю, что вы все согласитесь, он привносит огромную агитационную долю в наш успех. Ручкану отдельно спасибо. А теперь перенесемся в Крым. Итак, гонка года, знаменитая Антика Ралли.
Времена меняются, взрослеют пилоты, подрастает новое поколение. И ничего не может остановить процесс, в развитии которого заинтересовано столько людей, достойных всемирного уважения. С окончанием 2017 года и с наступлением года 2018, наступлением времени рождения новых надежд, целей и задач, в выполнении которых примут активное участие все, кто причисляет себя к автоспортивному сообществу Республики Татарстан. Удачи на трассах, победных финишей и недюжинного здоровья в новом году. Студия Байер. Программа «Видеоспорт».